Я скажу вам еще одну вещь, на которую нужно обратить внимание. Вот эти 6 дней Шаваля, если человек их выполнит, это далиль, это указание, это признак того, что Аллах, субхану ва тааля, принял от тебя Рамадан. Почему? Да будет известно всем. Хочешь узнать, принято от тебя или не принято какое-то поклонение? Знай этот признак. Если после этого поклонения у тебя, от тебя исходит новое поклонение, если после этого богоугодного деяния ты совершаешь богоугодное деяние, это признак того, что от тебя принято. Если после поста в Рамадан ты постишься ради Аллаха 6 дней Шаваля, это один из признаков, что Аллах принял от тебя твой пост в месяц Рамадан. Вот так вот всегда это признак. Человек после какого-то деяния благого, если стал лучше, значит, от него принял Аллах, субхану ва тааля. Если остался таким же или стал хуже, значит, не принято от него. Если ты был до Рамадана, совершал какие-то грехи, совершал какие-то, были у тебя упущения в религии, а после Рамадана ты исправился, устранил эти упущения, покаялся, знай, это признак, что Аллах принял от тебя, и радуйся, и благодари Аллаха за это. Кто-то скажет, а люди, которые до Рамадана были, машаллах, на высоком уровне поклонения, он после Рамадана должен стать еще лучше. Это признак того, что Аллах, субхану ва тааля, принял от него его поклонение в этот благословенный месяц. Мы просим Аллах, субхану ва тааля, чтобы он принял от всех нас наш пост, наш сиям, и принял наш киям, наше выстаивание намазов.